Рече Господь, просите и дастся вам, ищите и обрящите. Открытие гуманитарного склада при Свято-Троицком храме начинается с молитвы и благословения. Чин освящения совершил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. В социальном отделе Улан-Удэнской и Бурятской епархии собирали вещи для нуждающихся и раньше. Однако за последние годы требования к такой деятельности сильно изменились. Мы прислушались к советам специалистов синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. И на новых началах организовали такой склад. Вот мы должны понимать, что мы не просто собираем старье, мы принимаем вещи, которые мы можем подарить, дать своим собратьям, более нас нуждающимся. Вот в этом суть-то заключается. Принесенные на склад вещи проходят тщательную санитарную обработку, а затем сортируются по размерам и назначению. Так, смотрите, есть вот такая детская курточка. Вот такие штанишки. Пожертвовать можно ненужные вещи в хорошем состоянии. Кроме того, принимают на гуманитарном складе памперсы, продукты и детское питание. Все проходит учет и находит тех, кому это крайне необходимо. У нас в этом складе два входа. То есть в один вход нуждающиеся приходят для того, чтобы получить вещи. А с другой стороны склада мы принимаем вещи, сортируем их, аккуратно раскладываем. Человек может прийти, выбрать, не просто схватить, что не нужно, и потом он же также выкинет. А те вещи, которые зайдет в примерку, примерит их и, соответственно, уйдет с ними. Самыми маленькими благотворителями стали малыши из православного детского сада Иван да Марья при Троицком храме. Ребята, посмотрите, сколько уже вещей. Принимают вещи на гуманитарном складе каждый день. Для тех, кто нуждается в помощи, склад будет работать по средам с 13 до 15 часов и пятницам с 14 до 16. Инна Садондукова, Наталья Шублицова, Новости дня.